розовый. Черный цвет. Самый нелюбимый. Я бы запретила все такие открытые одежды. Например, многие подростки одевают порванные джинсы. Или в рок-н-ролле, там у них все вот тут открыто. Это бы я запретила. Я бы запретила вот продавать всякие жаркие кофты там, например. Они очень жаркие. И причем у меня такая кофта есть, такая, ну, вязаная. Она мне очень мала и очень колется. Причем. Вот я бы вот эти вот кофты запретила продавать. Была дома шерстяная кофта. Она мне давила, вот я ее не люблю носить. Футболку. Почему? Потому что она мне не нравится. Короткие волосы можно запретить, потому что с короткими волосами люди становятся не такие красивые. У некоторых некоторые это любят делать, а некоторым это просто не нравится. Их заставляют, например, в концертах.